Седьмой сезон международного кинофестиваля «Нир-Назарых» фестиваль в Израиле открылся демонстрация фильмов азербайджанских кинематографистов. По сложившейся традиции, кинофестиваль «Нир-Назарых» фестиваль проводится совместно с Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан-Азец, что, по словам директора фестиваля Лилии Берман, обусловлено активным участием азербайджанских кинематографистов и большого интереса к их работам со стороны израильских зрителей. С день открытия фестиваля в Азербайджанском культурном центре была продемонстрирована 4 ленты. Все они интересны по-своему, но каждая оригинально знакомит зрителя с Азербайджаном, его культурой, историей и людьми. Короткометражный художественный фильм Лала Алиевой Клычковой «Такая сладкая жизнь» повествует о буднях одинокой женщины-шоколадницы, которая ежегодно украшает жизнь незнакомых людей этим чудесным продуктом, сама его никогда не пробует, потому что сладкое ей противопоказано. Другим откровением для израильтян стал документальный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова «Первый успех братьев Нобель», снятый по его же сценарию. Лента знакомит с малоизвестными историческими фактами их жизни всемирно известной семьи из Швеции, имя которых не менее 100 лет действительно у всех на устах. Миллионные доходы, которые принесла братьям Нобель бакинская нефть, стали основой того капитала, который известен теперь как фонд Нобелей. Еще один документальный фильм сняла израильский режиссер азербайджанского происхождения Саадет Шукюрова. Фильм «Жизнь и подвиг» Альберта Гарунова рассказывает о судьбе еврейского парня-уроженца небольшого азербайджанского села Альберта Гарунова, который рос в дружной многодетной семье. Когда война постучалась в дверь, он, не задумываясь, пошел защищать родину от армянских оккупантов. Альберт Гарунов – национальный герой Азербайджана, а народ чтит и помнит своих героев. В заключение была показана художественная полнометражная лента «Степняк» режиссера Шамиля Алиева, завоевавшая превосходную репутацию в киномире и обладающая множеством кинопремий мирового масштаба. Этим незаурядным фильмом завершился первый день кинофестиваля ННФ, который, безусловно, приблизил израильского зрителя и азербайджанской истории и культуре через искусство, открывающее чудесное окно в современную реальность.